Итак, петунья опера. В моем саду уже поселилась много лет. Ну, то есть выращиваю из семян, из профессиональных семян уже много лет. Нравится по многим качествам. Сейчас расскажу, по каким. Ну, во-первых, обильное цветение. Что и говорить. И показывают обильное цветение, в принципе, все расцветки оперы. Бывает так, что в одной серии петунии выглядят по-разному. Даже цветок бывает у одних сортов серии крупнее, у других нет. У оперы вроде как все одинаковое, но ну, немножко отличается вот прожилками и жилками своими. То есть есть сорта, сейчас покажу поближе вам, такие очень яркие, а есть поспокойнее. Форму куст имеет, можно сказать, куполообразную, как я и люблю, шапочками. Таких длинных свисающих побегов, хотя это ампельные формы, да, петуний, я у нее не наблюдаю там ни по метру, ни по полтора метра, ничего у нее такого нет. Достаточно плотный куст, и соцветия закладываются по всей длине, ну, веточки. Отлично смотрится как в подвесном кашпо, так вот, например, напольном кашпо. И, наверное, если высадить в грунт, то будет хорошо и в грунте. Цветок у нее не очень крупный, но и не мелкий, конечно, среднего размера и достаточно хорошо держит дождь. Ну и, кстати, ветер тоже. И еще я как-то говорила прошлые годы, вот у кого жарко, у кого климат жаркий. Так вот, опера одна из петуний, которая очень хорошо держит засуху и зной. Может быть, жителям южных регионов следует обратить внимание именно на эту серию петуний. Эта засуха и жароустойчивость можно отнести к особенностям и к большим преимуществам этой серии. Петуния опера является коллекцией именно японской селекции. Объем грунта в моем случае 1 петуния, 2 петуния, 3, 4 и еще есть 5. Все растут в 12 литрах. Но если вы дадите 20 литров в горшок, то она тоже прекрасно усвоит и будет еще больше. В меньших объемах, ну там допустим там 5-6 литров, я не рекомендую никогда высаживать ампельные петунии, а в том числе и оперу. В общем, от 10 до 20 литров вы можете предоставить ей объем грунта и увидите всю эту красоту в полной мере. В этой серии представлено несколько расцветок и, в принципе, есть из чего выбрать. Ну, например, опера Supreme Raspberry Ice. Очень красивая, всеми любимая. Я удивляюсь, что в прошлом году семена оперы Raspberry Ice покупали меньше, чем другие именно оперы. Не понимала, почему. Мне кажется, что я думала, что ее уж в первую очередь должны купить и разобрать. Покупали редко. А посмотрите, какая это красотка. Это же, мне кажется, что просто супер красота именно этой серии. Покупали очень много опера Purple Wave. Конечно, у нее считаются вот прям, смотрите, сосудики. Вот такие, как кровеносные сосуды. Очень красивые. И мне кажется, что в паре именно с Raspberry они выглядят, ну, подыгрывают друг другу. Вроде как разные, но в сочетаниях просто супер. Почему показываю? Может быть, кто-то будет формировать определенные клумбы или расставлять горшки. Вот смотрите, как они хорошо друг с другом играют. Просто две красоточки. Но одну покупали в моем интернет-магазине, вторую нет. Удивляюсь. Так что, девочки, я заказала и на этот год много семян уже, потому что ну, без этого вот, ну, никак. Без этой красоты никак. Есть опера, так, Supreme Coral. Кстати, опера White, я ее в этом году не посадила, потому что у меня два других White. Опера White, тоже, обратите внимание, всегда хорошо растет, всегда. И она красотка, безусловно, шикарная, тоже дает огромный куст. Поэтому всем советую именно и White, и, то есть Red, и белую White. И белая с красной оперой, это тоже просто сочетание бомбическое и прекрасно выглядит. Еще опера Lilac Ice. Посмотрите, я только удивляюсь, откуда взялся вот такой цветочек. Понять не могу. Lilac Ice очень шикарный куст, тоже большущий. И прекрасная расцветка.
тоже можно сыграть и в композициях с другими, если поставить рядом, да. Посмотрите, как она тут, ну, с белым красиво смотрится, хотя там другая петуния, да. Еще есть опера «Лилакайс», еще есть опера «Лавандер». Или «Лавандер», не знаю. Очень нежно, у нее что-то серединка такая стала, пустоватая. Но выглядела шикарно. Я думаю, знаете, эта серединка сейчас вся зацветет. Я немножко тут подрезала побегов. Видите, какие новенькие пошли. Поэтому я думаю, что если будет хорошая погода, мы еще понравимся. Но еще в этом ролике что вам хочу показать. Недавно совсем. Это, конечно, не опера. Не опера это. Иди, не мешайся. Это Изи. Ну, просто спрашивают. Светлана, вы показывали обрезку. Покажите, что происходит. А когда я еще покажу, это еще пройдет там неделя. Посмотрите, резала Изи. Вот они все. Видите, сколько много новеньких побегов пошло. И уже даже бутонизация. Показываю вам второй экземпляр. Уже с бутончиками все отрастает. Что я делала? После того, как я обрезала, я обычно вам говорю про мочевину, но я подсыпала вот это удобрение, новое для себя удобрение для петунии. Результат вижу отличный. Сейчас еще на других покажу, а потом переключусь на оперу. Вот, удобряша в сухом виде. Помните, я вам показывала, у меня здесь ложечка своя лежит, да? Вот такое вот удобрение. И я его подсыпала. Сейчас чуть-чуть вам расскажу. К другим петуниям решила, что это удобрение на следующий год. Ну, за зиму надо подкупить и с ним высаживать петуньку. Жара у нас несусветная. Вот сюда я подсыпала. Это новенькие. Вот смотрите, как прекрасно развивается малюсенькая петунька. Вот именно с этим удобрением. И вот эти две петунии. Одну уже... Пожалуйста, поставила на стойку. Здесь была худенькая, и я ее взяла, и думаю, не буду ее выхаживать, выкинула. Посмотрите, как моментально растет. Все это был посев некоторых культур очень-очень поздно, специально для замены тех петуний, которые приходят, ну, в ненадлежащее состояние. И вот, сравните то видео это, и вы увидите результат. Даже Татьяна Павловна, которая мне дала небольшой черенок, удивилась, как же быстро эта петунья нарастила, ну, уже шикарный куст. Это было сделано, вот сюда я посадила 2 недели назад. Так что, вот такая удобряша для садовых цветов с янтарной кислотой. Янтарная кислота, стимулятор вообще сильный, да? Но ничего не надо растворять. Все здесь в готовом виде. В общем, сработало на ура от биокомплекса. Вот эти петуньки у меня росли на другом удобрении, тоже от биокомплекса. Ничем иным я не подкармливала. Там была биоша для петуний в жидком виде. А вот такую удобряшу именно подсыпать... Под разные посадки обязательно куплю. Здесь есть и полезные бактерии, значит, будут справляться со всякими грибными заболеваниями. Еще раз, янтарная кислота, макро-микроэлементы, все, что надо. Норма такого удобрения, когда подсыпаем, 1 столовая ложка на 5 литров. Ну, то есть 2 столовые ложки на 10 литров. То есть норма совершенно небольшая. Такого пакета, который 900 грамм, хватит на очень много. Вот и на следующий год на этой удобряше посажу опять и проверю. Биоша справилась, удобряша справляется. Вот. И нам говорят, что будет размер бутонов, длительность цветения. Ну, и это я чувствую, что будет так. Так что еще раз жду советов, кто пользовался именно вот таким вот удобрением, напишите, пожалуйста, ваш отзыв. Ну, для петунии конкретно. Здесь для всех садовых цветов, вот любых, видите, подсыпал, а я про петунии говорю. Как купить? Ссылочка в описании ролика. Биокомплекс, компанию, я думаю, вы все знаете. Препараты очень много знаете, а это все из последних новинок. Так что переходите по ссылочке, покупаем себе и запасаем на следующий год. Но если ваши петунии не очень хорошо растут, значит, можно подсыпать и сейчас с поливом. Все будет отлично, вот как я справилась, то, что вам сейчас показала. Ответила на ваш вопрос, а теперь опять продолжаю про оперу. Просто, ну, какая-то милая. Посмотрите, какой цветочек. У него очень красивая серединка, как фонаричек оттуда. И мне кажется, что самая-самая нежная. И одна из моих любимых опера Pink Morn. Ну, это обилие цвета всегда. И яркая, и в то же время нежная. Очень красивая. У нее такой розовый цвет, необыкновенный. Вот посмотрите, какая она со всех сторон. Со всех. У меня 2 куста такой оперы. Просто бомбическая девочка. И вот тут еще кустик. Вот.
Теперь про уход. Не могу сказать, что как-то я за какими-то сериями ухаживаю отдельно, чем за другими. Все то же самое, как я всегда говорю, из одной бочки. Семена, еще раз говорю, профессиональные. Они будут в моем интернет-магазине. Очень много вопросов, дорогие мои. Начну принимать заказы с конца августа. Ну, вернее, я сначала все вам расскажу, как это сделать, где это сделать. Чтобы не пропустить, ну, сделаю здесь на Ютубе, конечно же, ролик. И обязательно вам расскажу в Телеграм-канале. Поэтому всех призываю, подписывайтесь, не пропустите информацию. Потом открою продажи, это тоже нужно постараться, а начну отправлять где-то с конца сентября, потому что уеду в отпуск. Вот как приеду с отпуска, так и буду, ну, уже вам всем присылать вот такую красоту. Всегда говорю, что делитесь тоже, кто покупал мои семена, может быть, где-то в другом месте покупали, как у вас получилось, какой вы объем посадили. Все вот эти советы, они очень важны, потому что, ну, особо вот эксклюзивного совета, именно такого совета, который прочувствован на собственном опыте, его взять могу только от вас, моих друзей, моих коллег по саду-огороду. Поэтому здесь никак поделиться, ну, можно только написать. А вот фотографии можно прислать и, например, в Телеграм. Мы всегда рады, что у вас получилось. Может, какие-то проблемы есть с теми или иными сортами, и будем решать их вместе. У меня вот есть проблемы с петуниями, тут кое-кого надо обрезать. Но еще раз говорю, мне так нравится этот цвет, даже не режу. Вот. Ну и думаю, не режу и не режу, хоть бы траву выпалола. Называется вот так вот. Там вот пошел на обрезку. Сейчас пойдут холодные ночи уже с туманами, поэтому обработка. Не забываем обрабатывать петунию. Ну, конечно, я уже говорила, это уж просто сейчас болтаю, да, вот отсюда. Обрабатываем любыми средствами от болезней раз в 10 дней. Не забывайте, чтобы здесь у вас, ну, в принципе, вот так было зелененько. Потому что в Телеграм-канале получаю огромное количество фотографий уже и мучнистой росы. Кстати, она у меня тоже есть, но не на петуньях, слава богу, но уже пошла, даже на бегониях, да, и различных грибковых заболеваний. Поэтому не пропустите этот момент. Поливаем не в середину, не по цветку. Поднимаем кустик, как я сейчас вам показала. Вот так. И поливаем вот туда. А не сюда. Тоже понятно. И скоро я вам расскажу, что меняем уже формулу подкормок. Пока сейчас мы азотом не кормим. Азотом кормим вот таких красоток, которых обрезали. Сейчас все петуни кормим универсальными удобрениями с одной и формулы, где все три важных основных элемента, азот, фосфор, калий, находятся, ну, примерно в одинаковой пропорции. Может быть, азота чуть-чуть поменьше.